Добрый день, дорогие друзья! Очень рад слышать вас, видеть вас. И мне бы сегодня хотелось, знаете, с вами поделиться своим переживанием, вот, которым я вот буквально недавно вот просто словил себя на такой мысли, что, знаете, вот как негативная эмоция, она может поглотить человека, испортить ему там день, настроение, там вогнать депрессию и так далее. Например, вот сижу, смотрю футбол, вот представьте, и как бы переживаю за одну из команд, такой Лига Чемпионов, серьезный матч такой, знаете, и моя любимая команда, вот я вижу, что она проигрывает, и я себя ловлю на мысли, что меня это начинает просто втягивать в какую-то эмоцию такую вот негативную, которая вот я понимаю, что я сейчас усну с плохим настроением, утром проснусь, буду в каком-то депрессивном состоянии, и вообще как-то вот, я себя помещу в какой-то вот негатив, в какое-то вот такое состояние, которое будет мне мешать всех остальных делах. И я себя, вы представьте, я вот сижу, я ловлю себя на мысли, смотрю в этот футбол. Я реально понимаю, что эта команда, она проиграет уже, допустим. И я просто в этот момент, я просто себя заставил все свои силы воли, заставил себя просто переключиться. Что я сделал? Я просто взял, выключил телевизор и просто моментально переключил свой мозг на другую какую-то информацию. Я просто начал заниматься другим делом, и тем самым я уберег себя от этого негативного, от негативного вмешательства, которое просто посягнуло на меня, на мое мышление, на мое настроение и так далее. Поэтому, дорогие друзья, ключевой вопрос в чем заключается? Что, допустим, человек, вот он заболел, лежит в больнице, или у него еще какая-то ситуация, дома неприятность и так далее, и люди становятся просто, такими, знаете, людьми, которые попали в эту какую-то историю, которая им просто начинает ставить такие преграды, препоны, которые мешают им двигаться дальше, делать что-то позитивное. И они начинают в этом во всем вариться, тем самым они просто губят себя, гробят и так далее. И вот, допустим, человек заболел или еще какая-то ситуация. В этот момент очень важно научиться переключить свой фокус, свое мышление, свой мозг просто на другую какую-то позитивную вещь, которая начнет вас созидать. И самый большой вывод из этого можно сделать, или большой урок, это то, что вам оно вас предостережет и вам поможет не вовлечься в ту ситуацию, в тот фокус, который будет у вас вот это забирать энергию вашу, и вы просто будете в каком-то состоянии, вы с него очень долго будете выходить. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы вам сегодня просто посоветовать, это то, что нам всем нужно научиться вовремя остановиться, осознать, проанализировать, что мы сейчас будем втянуты в какую-то негативную историю, и просто переключить свой фокус, свое мышление на те вещи, которые нас будут назидать, которые нас будут вдохновлять и которые нам будут давать смысл в этой жизни. Я рад вас видеть, дорогие друзья. Я благодарю вас, что вы слушаете эти передачи. И я вам желаю прекрасного настроения, прекрасного дня. И давайте будем насыщать себя позитивными вещами, которые будут нам помогать двигаться дальше. Удачи вам и всего вам самого хорошего.